Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Сегодня я хотел бы разобрать с вами такую тему, как потеря нашей криптовалюты. Я думаю, что у многих взламывали кошельки, либо у ваших знакомых, либо у вас. Особенно, когда вы только начинаете и еще не очень разбираетесь с этими всеми кошельками, вы по незнанию куда-то отправляете, либо вставляете свой приватный ключ. Очень часто на почту приходит спам, да, якобы какой-то аирдроп, и вас просят писать ваш ключ. И если вы новичок, вы по незнанию можете его вписать и потерять все ваши токены, которые находятся на данном кошельке. Так вот, я нашел такой проект, который застраховывает наши кошельки, и если даже у нас их своруют, наши токены, да, все наши средства, всю нашу криптовалюту, то они возместят весь убыток. И данный проект у нас называется Insure. То есть они предлагают нам застраховать наши криптокошельки. У них есть различные планы страховки. Да, там в зависимости от суммы страховки, которую вы платите, такая и сумма вам возвращается. Да? Ну, как бы, как и обычные страховки, да, то есть вы, конечно, платите, допустим, на 1000 или 2000 долларов и страхуете портфель на 50 тысяч долларов. Но об этом мы поговорим чуть более подробнее, конечно, я расскажу, какие имеются именно страховки. Для того, чтобы вам застраховать свой портфель, вам необходимо будет приобрести их токены. Токены торгуются на множество биржах, они есть на CoinMarketCap, об этом мы тоже поговорим и я вам покажу обязательно. Далее вы отправляете свои токены на этот кошелек, кстати, их токены на эфире, на ERC-20. Потом, допустим, случилось такое, что вас обокрали, да, ваши средства с этого кошелька увели. Вам что необходимо сделать? Вам необходимо написать команде, да, то есть рассказать, какие у вас были токены, какая была криптовалюта. Также вам необходимо отправить им свой кошелек, также сказать дату, когда у вас взломали, да, то есть время и дату. Также вам необходимо сказать кошелек, на котором вы храните их токены этого проекта. Ну и подписать различные, как бы, метамаски. Знаете, мы подписываем транзакцию. Здесь также необходимо будет подтвердить эту транзакцию, что именно мы являемся хозяином кошелька, где лежат эти токены. И в течение 3-4 рабочих дней они обработают вашу заявку. И если все четко, они вернут вам все средства еще и с плюсом. То есть достаточно неплохо, да? То есть если у нас что-то воруют, мы можем все это вернуть. Но это как и обычная страховка в жизни, только здесь страховка идет криптовалют. Проект действительно интересный, я хотел бы вас ознакомить с ним более подробно. И для этого давайте перейдем на их сайт. Ну что же, вот мы и на сайте insuretoken.net. Ссылочку в описании я обязательно оставлю, чтобы вы могли зайти и ознакомиться с данным проектом. К сожалению, перевода на русский у них нет, поэтому мы с вами воспользуемся нашим любимым переводчиком. Здесь у нас рассказано о самом проекте, да, почему выбирают именно его. Ну, это быстрые транзакции, да, так как они работают на платформе Ethereum. Технические возможности, то, что позволяет использовать те же кошельки, которые вы уже привыкли использовать, да, то есть это MetaMask, либо Margaret Wallet и другие. Безопасность и надежность, и поддержка 24/7. То есть они в любое время им пишите, они вам ответят. Ну и здесь мы видим, какие планы. Давайте об этом поговорим с вами немного поподробнее. Во-первых, первый план, самый дешевый, это 2500 токенов, да, то есть у нас получается страховка покрывает до 1000 долларов. То есть это и от мошенников, и от того, что средства у нас, ну, упадут в цене, да, то есть 70% девальвация, похищение средств 50% и так далее. Кстати, цена токена у нас на данный момент это 1 цент, да, чуть дороже, почти 2. Торгуются они на таких биржах, как Stack, Windex, Krex. Также вы можете купить им на сайте токены. Сейчас они находятся на 220 месте в CoinMarketCap. Объемы приличные, да, то есть на Stack это почти 28 тысяч долларов, да, это в эфире.
и здесь 8000 битки. На Windows немного, ну и на Crex чуть меньше, но все равно имеются. Также у нас есть тарифы и побольше, это 5000 токенов, 2000 покрывает страховка, 10, 30, 80, 150 и так далее. То есть до 500, да, у нас 1000 токенов и покрывает она аж 140 тысяч долларов. И все здесь у нас по 100%, то есть и от кражи, и девальвации, да, то есть если ваш портфель, допустим, ну, упадет сильно, да, в цене, то он тоже возмещает средства. Это тоже очень круто и удобно. Также уже имеются клиенты, да, которые восстанавливали свой портфель. То есть уже есть отзывы, проект уже рабочий, они ничего не собирают, они ничего не проводят, то есть они уже работают. Здесь у нас расписано все, как необходимо сделать, да, ну я это вам сказал. Также вы можете посмотреть и инструкцию. Здесь прям по пунктам все расписано. Вы следуете этой инструкции и в течение 3-4 рабочих дней вам обязательно ответят и сделают возврат. Достаточно круто и прикольно. Ну а также большой плюс, что, допустим, вы купили токены, да, на бирже или еще где-то и застраховали свой портфель, но у вас не случилось никакого горя, да, то есть никто вас не украл, цена не упала, ничего такого не произошло. И вы решили, допустим, дальше не страховать. Вы не теряете свои деньги. То есть, да, вы можете продать эти токены, вы дальше пойдете на биржу также и продаете эти токены SUR, да, уже на бирже. То есть вы ничего не теряете, грубо говоря, да. Вот, допустим, вы делали страховку жизни своей, если брать просто простой случай. С вами ничего не случилось, вы заплатили страховку, назад вам ее никто не возвращает. Здесь же вы купили токены, вы считаетесь застрахованными, и если ничего не произошло, вы можете продать эти токены также на бирже и вернуть свои средства. Ну, даже если токен чуть-чуть упадет, вы потеряете не так много, но он может и вырасти, вы еще и заработаете на этом, да, застраховав свой портфель, у вас есть шанс еще и заработать на этом, даже если с портфелем ничего не случится. Поэтому я советую вам обратить внимание на данный проект. Действительно, очень оригинальная идея, и я думаю, что он многим зайдет. Поэтому переходите по ссылочке в описании и изучайте проект и приобретайте токены. Ну что ж, на этом я завершаю свой обзор. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на мой канал, а также ставить лайки. Всем пока!